Ульяновские спортсмены готовятся к 8-й летней Всероссийской универсиаде. Соревнования включают в себя 6 видов спорта. Это бокс, греко-римская борьба, тхэквондо, спортивное ориентирование, бадминтон и шахматы. Местные тхэквондисты уже обзавелись новой техникой для подсчета баллов. На кимоно установлены специальные датчики движения. Эта система помогает судьям оценить попадание. То есть она сама выставляет в зависимости от килограмма, который выбил соперник одного из спортсменов, и она добавляет баллы. Также сидят судьи с джойстиками, они засчитывают, если удар выполняется сложной техникой, то есть с вращения, они сами добавляют балл. Если же они не успевают добавить в определенный момент, то поднимают руку, бой останавливается, главный рефери их собирает и... посовещавшись, они добавляют. Игры будут проходить и на открытом воздухе, и в залах. Универсиада пройдет в Волгоспорт-арене, Фоке-Орион и на стадионе «Труд». Сейчас все локации готовят к грядущему спортивному событию. Глава региона уже дал задание министру спорта и остальным управленцам. Нам нужно будет посмотреть вот подъезды к спортивным объектам, чтобы дороги были отремонтированы, яблочные монстры. Сейчас все планируем. Потому что здесь, вот, насколько я помню, не очень хорошо. В Заволжском Орионе летом проведут соревнования по бадминтону. По словам директора комплекса, площадки соответствуют всем нормативам. В настоящий момент с руководителями федерации мы обсуждаем вопрос именно проработки возможностей здесь очень удобно расположиться, чтобы все требования, которые предъявляются к виду спорта бадминтон, обязательно вписывались и были вмонтированы в наши условия. Церемония открытия запланирована на 3 июля. Торжество проведут на стадионе «Труд». Организаторы планируют позвать именитых спортсменов и звезд шоу-бизнеса. Планируется здесь, да, немножко обогатить инфраструктуру. Имеется в виду не капитальными сооружениями, а установить все, что необходимо для выступления. Это сцена, это звуковое оборудование, техническое оборудование. Все основное здесь уже есть. Раздевалки и конференц-зал, комната. Несмотря на то, что универсиада состоится в июле, все организационные моменты решаются по зиме. Например, в Минспорте уже знают, где разместить гостей. Несколько гостиниц готовы к приему туристов и спортсменов. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов. Улправда ТВ.